какая красивая тачка! И очень крутая! Кого же она интересна? Адорчик! Оу! Ну ты не голос! Ты чё так резко появляешься? Я всегда так появляюсь, ты должен привыкнуть! Ну да, в принципе, ты прав. Короче, сегодня я хочу вам показать одного соседа, но он не очень такой простой. А кто он такой? Сейчас вы узнаете, видите, по карте он ходит. Красная точка. Хотите, чтобы эта точка увеличилась 100 раз? Да ладно! Ты хочешь сделать снова его большим? Да-да-да-да-да. Я думаю, вам нравится, как я делаю таких крутых-крутых монстров большим. Большими. Да, ну эта тачка мне тоже нравится, кстати. Короче, вам нужно сделать так. Повернуться в этот угол. Вот сюда? Да-да-да-да, и стать туда. И на счет 3 поставить лайк. Ну давай, хорошо, попробуем. Все, давай, считай. 1. Ну интересно, что будет? 2. Ставьте лайк быстрее, друзья. Лайк обязательно же, да? Да-да-да, чтобы сделать этот крутой-крутой-крутой волшебный поступок, поставьте лайк. И 3. И мы поставили лайк. Все, можете смотреть. Воу, так, это что за красное пятно огромное? Едритикал. Воу, очуметь. Вот это он огроменным стал. Ты клоун, оно Пеннивайз, ты что тут делаешь? Я его сделал слишком огромным. Чтобы он тебя напугал. Да не, меня нормально как бы. Ага, нормально, я вижу, как ты испугался. А как мне проходить игру, чувак? Ну, попробуй сыграть. Попробуй попроходить игру. Мне кажется, у тебя получится. Ладно, давайте попробуем с таким огромным Пеннивайзом пройти игру. Для начала нам нужно пойти сейчас сзади дома. О май гад. Мне кажется, он тебя будет ловить и ловить. Ну, не знаю. Есть ли какая-то разница, если его маленьким либо большим сделать? Не знаю, мне кажется, особой разницы нет, потому что он будет все равно бегать за нами, да? Так, Ключанский где лежит? Что-то я не вижу пока что. Оу! Вот это... Ух ты, ё-моё! Блин, клоун, ты офигел, что ли? Иди сюда, я клоун, оно Пеннивайз! Слишком огромный для тебя, ну, наверное. Чего? О! Он слишком огромный! Мне кажется, я даже, походу, сейчас не убегу от него. Ну, не знаю, я попробую. Огроменный монстр бежит за мной. Иди сюда! Воу! Так, тихо. Чувачелло, успокойся. Успокойся, говорю! Прыгай! О! Фу! Отлично! Я вроде забаговал его. Смотрите, он ушел. Он ушел куда-то, я не знаю куда. Но ключ я забрал. Его легко обмануть, если вставать на вот эти предметы. Помните, я вам говорил, что если вы будете вставать на такие предметы, на стол, на стул, то эти соседи, они будут баговаться. Адор, ну ты хитрый, слушай. Нашел себе лазейку багов. Да, я такой, и что хочешь сказать? Да, интересно, конечно. 2. О, молодец, ты прошел. Да, и что же будет сейчас в следующем уровне, а? Сейчас ты увидишь. О, где это мы? Ядрить, колотить, он еще больше стал. Ой, ну что, интересно. Зайти к нему домой теперь, а? Супер огромный Пеннивайз клоун. Вы нигде такого не увидите. Только у Адорчика на канале такие монстры будут огромными. Да, серьезно? Да. Короче, ставьте лайк, если вы хотите продолжение такой крутой рубрики. Я всегда буду показывать вам таких монстров. Да, мне интересно. И заодно будем проходить игру, правильно? Да, но мне кажется, это очень сложно будет. Потому что, ну, первый раз в жизни такое вообще проходится. Да, мне тоже так кажется. Этот клоун непростой. Чё-то он замышляет, знаете ли. Его башка где-то тут, смотрите. Его башка должна высвечиться где-то тут. На 2-м этаже. Даже давайте посмотрим. Он даже не двигается, настолько ленивым стал. Да. Я специально его таким большим сделал, чтобы он слишком обленился. Что, его даже, смотрите, красный круг, он какой-то странным стал. Он чересчур огромным стал. И даже полностью не закрывает цвет красного цвета. Ау, ты чё сделал со мной? Ты сделал меня каким-то слишком огромным. Я теперь двигаться не могу. Что? Ну прости. Я не знал, что внутренний голос умеет такие штуки делать. Ах ты, скажи своему внутреннему голосу, чтобы спустил меня. Это я такое не прощу. Да, не простишь внутреннему голосу? Да, не прощу. Их ж ты, блин. Я тебя как, не знаю, тузи грелку съем сейчас. Да ладно, не надо, слушай, чувак, успокойся. Очуметь. Просто клоун неимоверно большой. Вы просто представьте, что такой клоун стал таким огромным. Я такого пока еще представить не могу. Но мы уже почти прошли 2-й уровень. И раскрутили. Ах ты! Ты мою воду испортил!
Как я теперь буду мыться? Да, эта вода тебе не хватит, ты слишком большой стал, слышишь? Вода тебе вообще никак не хватит. Очуметь. Вот это да. Ну что, понравилось, как я его огромным сделал? Ты прошел второй уровень, молодец. Но сейчас на третьем уровне, вы готовы увидеть, что будет? Да, я готов, и что? Смотрите, нажимай продолжить. И мы начинаем. О, мы на третьем уровне. И что такого, где этот клоун? Короче, зайти внутрь. Я тебе покажу, что там изменилось. Ты будешь в шоке. Да ладно, давай, давай попробуем. Давай попробуем прямо сейчас зайти. Так, клоун, ты где? Клоун? Куда он делся? Он что, исчез из этого дома? Я что-то не верю, слушайте. Я как бы реально не верю в это. Воу! Что? Какого лешего? Эй, иди сюда! Я клоун! Я тебя поймаю! Ах ты! Ты что сделал со мной? Что с ним? О-хо-хо! Чё это было внутри голос? Ахахаха! Ну что, понравилось вам? Ё-моё! Вот это было жесть! А ну-ка, я еще раз хочу! Очуметь! Короче, я еще раз сделал, давай попробуй! Да ладно, давайте сейчас глянем! Я был в шоке, когда я увидел этого клоуна! Очупить очупительно, да? Ё-моё, я даже его не вижу, где он? Он немножко больше стал или что? Да, он больше стал, смотрите! Смотрите! Ах ты! Ты маленький проказник, иди сюда! Ё-моё! Он реально больше стал! Так, убегаем от него! Давай, 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 давай! Зайди сюда! Забегай! Так, давай прыгнем сюда! Отлично! Ах ты! Что ты со мной сделал? Ты маленький дурачок! Очуметь! И как это все сделать? Он твой голос! Короче, есть мод сверху, видишь? Я раскрываю все секреты! Вы должны подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас! Да, друзья, давайте, давайте прямо сейчас сделайте! И мы посмотрим, как этот внутренний голос сделал это все. Короче, сверху видишь меню. Да. Это киберхакер. И смотри, мы можем его сделать вообще невидимым. А-ха-ха-ха. Что? Куда он делся? Очуметь. Он исчез? А как его вернуть теперь? Не знаю. Что-то он реально исчез. Наверное, зря мы это сделали. Очуметь! Ага, вот он, где-то он тут. Он где-то тут. Вот блин! Это было жестко! Как ты так сделал, чтобы он исчез полностью? Это очень крутой мод. Короче, тебе нужно искать записки, чтобы взломать компьютер. На первом этаже, по-любому. Да-да-да-да. Попробуем найти теперь его. Что-то я найти его не могу. Куда он делся? Ага, вот он, отлично. Я думал, ты уже потерялся, слушай, чувак. В смысле потерялся? Я тебе дам сейчас потерялся, офигел совсем. Ё-моё, да успокойся, не толкай меня. Ты сдурел, что ли? Ё-моё, он сдурел, он толкает меня. Так, и чё ты хочешь меня тронуть? Давай попробуй. Ах ты, ты чего, я тебя тронуть не могу. Не узей вас включил, изи, просто изи. Отстань. О-о-о, куда я залез? Куда я залез? Чё за баг? Так, давай спустимся теперь. Отстань от меня, вонючий клоун. Я не люблю клоунов. Кстати, вы боитесь клоунов или нет? Напишите комментарии. Очуметь, куда я залез? Пошел вон. Давай я тебя сделаю шпенником. Что-то ты совсем сдурел какой-то. Сдуревший, блин, клоун. Давай, не бегай на меня, не быкой. Я тебе покажу сейчас. Так, а что если мы стопанем его? Стопанули. Все, он стоит на месте. О-о-о. Вот это отлично. Так, мы сейчас уберем это. Давайте пойдем за запиской. Все, клоун, посиди тут. Тебе нужно отдохнуть немножко, а то ты слишком какой-то озабоченный, знаешь? Хочешь поймать всех внучат. Не-не-не-не, так не работает. Тебе нужно немножко сдвинуться. Внучата идут, понимаешь? Внучата это силы. Так, внучата это сила, а остальные монстры это не очень, знаешь, да? Ах ты, я тебя увидел опять. Так, а где записка, я не понял? Где-то тут? Чё я не понял, где записка? Ну-ка давай, верни мне записку. Очуметь, друзья. Чё мы можем еще сделать? Давайте посмотрим. Так, delete object. Вау. Чего? Ух ты! Ох, мы стену. Очуметь, через стену можно так проходить. Вау, мы долетнули object. Стены исчезли, друзья. Смотрите.
А можно удалить вот эту штуку? Да ладно! Мы удалили, но пройти мы не можем. Ворота удалили, да? Капец! Так, сейл, себя увеличить можем. И увеличить этого дурацкого клоуна, который смеется все вечно. Так, давай отключим. Мы ходьбу его. Так, а потолстеть он может. И увеличить его этих... клонов, да? Вау! Просто опупительно, смотрите. Смотрите, мы можем зайти сюда. Ух ты. Ёшкин кот. Вот это клоуняда тут, смотрите. Друзьяшки, вам понравился этот ролик? Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. С вами был я, Игорь Кодор. Всем удачи, всем нравится. Всем хорошего, делайте добро. Не делайте зла, будьте сильны на пассиве. Всем! Пока-пока-пока-пока. Давайте, ставьте лайк и пишите комментарии о продолжении такой рубрики. Я буду вам показывать таких монстров. И я надеюсь, вам понравился этот ролик. Все, всем пока-пока-пока. Уху!